есть, он защищает людей, если они невиновны. Це постоянно, например, ну, понял, что защищает то, кто виноватый. Парвик на стройке. Ну, такой, как я, но только дизайнер одежды. Он делает новости. Он снимает на камеру, а их показывает на телевизору. Это полицейские. Не преступников в тюрьму сажают. Тот, которого человека хотят посадить в тюрьму, юрист его защищает. Юрист? Ну, не знаю. Он помогает там людям на всякими бумажками. Он защищает его, ну, еще он считает его невиновным. Это тот, кто делает кофе. Ця людина, вона наливає. Буває, спрашує, вам з молоком, скільки сахара? А буває, чай роблять. Кофе, наверное, не може. Не може. Може, він на самоліті літає. Ну, ми переводимо людей в якусь іншу країну. І там є ось такий магазин, де там продають пончики. Там, правда, продають пончики. Там кафешки, там есть там стульчики, такой большой высокий стол, там маленькие столики. И мы там сидели за столиками, там мы там заказали там чай. Там просто там есть разные прямо продавцы. Какой-то мальчик, какой-то девочка. Балиста может. Может даже может делать какао. Еще может делать что, что захочешь. Борис делает каву. Его можно замовлять. Это тот, который наливает кофе. Может чай. Бобит, короче. Это как кофейник. У него там есть специальная машинка, которая делает кофе. Продает, и можно какие-то закуски купить. Там мороженое. Он продает лекарства. Подсказывает, что какие нужны лекарства. Аптекар це дає, ну, ліки всякі, продає. Ну, таке ж саме, як в магазині, але тільки вони продають ліки. Лікарства продавають. Я вже з моїми бабушками ходив. Він продає лікарства. І то, тому що пацієнти розказують. Он подавает сиропы, чтобы люди не болели. Он там продает людям, что надо. Ну, там можно куплять их в магазинчике, ну, не ежу, а таблетки там всякие, зубные пасты. Продает лекарства. Аптекарь – это такая дядя или тетя, который тебе подскажет что-то. Качество, там лекарство какого-то. Продать. Ну, если скоро, ну, профессия, надо допомогти. Пожарник, если пожар, газ, полиция, если что-то пропало, чи кто-то пропал. Все профессии важны. Почему? Потому мусоровоз может убирать пожарные, может тушить пожары, а полиция может ловить преступников.